Сын Эксакима Караганды на 3 года отправится за решетку за издевательство над беспомощной престарелой матерью. Районный суд Караганды огласил решение по громкому процессу. Сын бывшего акима Караганды Шаймердена Уразалинова Абиль Уразалинов предстал перед судом за избиение 78-летней матери. Суд шел в закрытом режиме. На оглашении подсудимый запретил себя снимать. Пожалуйста, не снимайте, девушка. По материалам дела, во время ссоры с матерью мужчина накинулся на нее, хотя пожилая женщина была в беспомощном состоянии. Бил ее руками и ногами, в том числе по голове. Мать получила сотрясение мозга, переломы стенки глазницы, скулы, 4 ребер и поясничного позвонка и другие тяжелые травмы. Однако, понимая, что сына заберут, мать не вызывала скорую помощь и терпела боль 2 дня. Сжалились над женщиной и вызвали помощь соседи. Ее сын в суде заявил, что у него был нервный срыв, но вину не признал и не раскаялся. Осудили Абиля Уразалинова за причинение вреда здоровью средней тяжести. Приговор еще не вступил в законную силу. Уразалинова Абиля Шаймердиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотрено пунктом 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса, и по данной статье назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Взыскать с Уразалинова Абиля Шаймердиновича в пользу Кинжибаева Даны компенсацию морального вреда в размере 1 миллион тенге. Отца подсудимого Шаймердена Уразалинова, который 10 лет был градоначальником Караганды и 5 лет депутатом Мажилиса, карагандинцы очень уважали. Он был настоящим хозяйственником. А вот в семье его было не все ладно. Еще в 2012 году бывшая жена Абиля Уразалинова рассказывала, что он избивает и ее, и своих родителей. Экс-аким Шаймерден Уразалинов ушел из жизни в 2019 году. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5 канал.